Всем привет подписчикам. Ну, это сегодня на 4-я серия, и она не совсем довольна. Я тут это неудачно, ну, покатался. Смотрите. Ебучие у нас дороги, блядь. И это вообще невозможно ее открутить, Ну, а смотри, как зуб катается, нет? Да, ну, смотри, как ребята грязные, блин. Вот, у тебя шестигранник был крупный, у тебя еще есть маленький шестигранник? Есть еще один. Ну, давай, ты не свой, блядь, а давай другой. Скиньте на ремонт обло, подписчики. Хуй тебе сапа не нужна. Все. Ну, эта работа идет уже потихоньку. Капец, уже хочется кататься, блядь. Они не катаются. Хуй, сука, ну половина работы что-то там готова. Так. Опа, а что тут у тебя за палка или что-то? Шланг, ты обрезанная, ну. Может, ты... Что это, сука, обрезанная? Это тормозная жидкость? Я не знаю. Йоу! Ну, это есть, если вы хотите, ну, чтоб его я делал лучше, вот там... Чуны тувавы вот там. И короче, то ремонтировал, ну чтоб его, ну, это делайте донаты. Ссылочка в описании. Короче, там мы-то вчера ночью, ну, сняли, ну, колесо, а то типа была, ну, пробита. Рано утром отвезли. А оказалось, оно не пробито, а спущено. Ну и так и самое сегодня, ну, повторилось. Короче, ну завтра утром, ну, приедет это кореш, и это завтра утром то мы начнем, ну, это решать, что делать. В общем, ну, это, ребята, иду я отдохну от этого мопеда. Ну, сегодня-то мы так колесо снимать это не будем, ну, чтоб это не тратить, ну, время. А его попробуем сегодня накачать и проверить. Говорит, это, например, будет это спускать, его я скоро шамну, это разберу, и мы его сделаем. Да, я уже заебался, надо разбирать и на трассу его. Подписчики-то, вы-то не в курсе, ну, что-то это вот такое? А то, ну, уже вторая, ну, упала, блядь, опеда. Да ну нахуй. Короче, я уже вернулся, ну, от шиномонтажа. Ну, и там это мой знакомый был. И тут это были две лапки очень старые. И вот оттуда вас спустил, ну, это колесо у нас спустилось. А сейчас это мы идем в гараж, ну, колесо обратно назад ставить. И будем, ну, пробовать кататься. Thank you.
блядь, сложно. Ну, это очень сильно сложно. Ну чё, с Богом. Ладно. Это не забывайте ставить лайки, ну и подписываться на канал. И это не забывайте еще, ну, это подписаться на меня в Instagram. Ссылочка будет, это в Instagram, в мой, ну, это в описании.